Фокус Ангелина, 9 лет. Стихотворение Татьяны Лавровой, 22 июня. В тот страшный день земля рванула в небо, от грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небо, и смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Надели гимнастерки и шинели вчерашние мальчишки, цвет страны. Девчонки на прощание песни пели, желали выжить в грозный час войны. Война, как ком, катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их в живых совсем немного, принявших первый, самый страшный бой. Вот так ушли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом, чтоб защитить от ужасов фашизма права на жизнь, что рушилось кругом. Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны. Начало лета, жизнь вокруг кипит, жива любовь, зарубцевались раны, но этот день июня не забыт.